Друзья, я приветствую вас в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан». Меня зовут Владимир Корсунский, и это программа «Еда без труда», в рамках которой мы готовим вкусные, быстрые и, самое главное, недорогие блюда. В этом нам уже традиционно помогает шеф-повар торгово-развлекательного центра «Море Молл» Кирилл Русинов. Доброе утро. Итак, Кирилл, что у нас на носу? На носу у нас масленица. Так, масленица у нас что говорит нам о чем? Масленица у нас говорит о том, что мы будем готовить сегодня блины. Но блины у нас будут не совсем простые. Блины у нас будут из овсянки. Они будут не просто из овсяной муки. Мы для этого взяли прям овсяные хлопья. Мы их немного перебьем блендером. Вот сделаем из них, чтобы они такие были, как... крупного помола, как крупа. Начнем с того, что сделаем из овсяных хлопьев муку. Да, начнем мы с этого. Для этого нам понадобятся овсяные хлопья, блендер, вот, розетка и немного терпения, потому что это будет громко. Дома вы можете это сделать обычным погружным блендером, вы можете сделать это в кофемолке, если у кого-то есть, даже старого образца, советские кофемолки, это лучший и самый удобный способ для того, чтобы, да, перебить такое. Вот. Здесь такой серьезный блендер, ребят. Да. Блендер у нас профессиональный на кухне, все-таки похож на перфоратор строительный. Колянка же подстава. Мы сейчас немножечко схитрим, но мы никому не скажем об этом, потому что... Надо было... Да нет, мне же там все рассказали. Там берешь блендер, все, 3 секунды, все готово. А он что-то не 3 секунды и не готово. Итак, друзья, мы перебили с вами наши овсяные хлопья. Если вам лень заморачиваться с этим, если у вас нет никакого желания усложнять себе жизнь, вы можете взять в магазине овсяную муку и овсяные отруби, замешать их напополам, чтобы это у вас было вот примерно такое вот... Мелкая крошка. Да, у вас должна получиться вот такая, как мука, очень грубого помола. Добиться вы этого можете либо с помощью блендера, либо просто смешать муку с овсяными отрубями. Так, мука овсяная у нас готова. Да. Из овсяных хлопьев. Молоко у нас готово. Перед нами стоит сахар. Нам нужна ложечка. Вот. И немного соли. Теперь нам остается все это смешать. Нам понадобится 1 ложка сахара. 100 грамм овсяных хлопьев, перебитых в муку. Все добавляем в молоко. Да, все это добавляем в молоко. Не наоборот. Одно яйцо. Это может быть вообще как угодно. Вы можете взять яйцо и добавлять все туда по чуть-чуть. И все это мы очень тщательно размешиваем. Итак, мы замешали тесто на наши блинчики из овсяной муки, из овсяных хлопьев, да, которые приготовили. Сейчас приступаем к жарке, к выпечке. К выпечке, скорее, блинов. Да, сказать. Да. Скажи, Кирилл, а ты отмечаешь масленицу? Люблю поесть. Как блины? Поэтому, да. На масленицу. Сам печешь или супруга? Обязательно. Сам пеку, и супруга, мы печем всей семьей. Есть какие-то предпочтения с начинкой, без начинки? Да я думаю, нет. Самое основное предпочтение – это чтобы дома всегда к блинам была сметана. Это главное. Жирненькая. Не обязательно, просто должен быть блины очень так хорошо сочетаются с йогуртом, с сметаной, вот, с чем-то молочным. Со сгущеночкой. Да. Совсем надо чуть-чуть масла. Сковородку. Да. Ну, так аккуратненько.
А каким-то традициям по поводу масленицы не придерживаетесь с семьей? Не сжигаете ли чучело кого-либо? Нет, чучело мы не сжигаем. Вот. Ну, как традиции? Каких-то особенных традиций таких вот. На гулянии вот. Ну, гуляния, да. Все как у всех. Все как все. Так, блинцы у нас. Первый блин получается пошел. Такие вот очень густые. Поэтому придется их немного разровнять. По поводу выражения «первый блин комом». Да, какой вопрос? Почему именно вот первый блин такой получается? Все дело на самом деле вообще в сковородке. Нужно, чтобы очень хорошо прогрелась сковорода. И вот пока она еще не до конца прогрета, блин просто прилипает практически на каждую сковородку. Наш первый блин получился не комом. Отлично. Выкладываем. Он уже готов. Теперь второй. Друзья, на масленицу приходите в торгово-развлекательный центр «Море Молл», фудкорт. Здесь вас будут ждать вкусные с пылу, с жару блинчики. Ну а также, конечно же, всегда здесь можно выпить вкусный, ароматный, горячий чай или кофе. Это тоже имеет место быть. Ну а помимо этого есть и другие напитки. Да, если кто-то не хочет чай, кофе, да, можно всегда выпить прохладительных напитков. Все это буфет торгово-развлекательного центра «Море Молл» на фудкорте. Почистим банан. Нам понадобится не весь, где-то половинка. Вот так аккуратненько обрежем. Нам понадобится киви. Киви нам тоже нужно будет почистить. С чем бы вы приготовили блины, если бы вы готовили их с ягодами? Я, наверное, приготовил бы их с голубикой и клубникой. Если брать по поводу ягод. Почему с голубикой и клубникой? Ну, голубика, ладно. Мы живем в Магадане. Голубика – это наша ягода, а клубника? Клубника тоже наша ягода. Ну, вот как-то они мне ближе. Хотя многие, наверное, бы добавили туда еще и брусники. Кстати, как вариант, да? Я думаю, да. Но из брусники, скорее всего, придется варить варенье. Так. Мы сделаем два блина, хоть у нас получилось три. Вот для этого нам потребуется греческий йогурт. В серединку мы положим греческий йогурт. Вот так вот. Мы прям обильно намажем. На греческий йогурт мы положим банан. Вот так. И немного клубники. Вот. Аккуратненько его завернем. Теперь надо все это перенести. Обязательно. И вот так вот мы перенесем это все на блюдо. Один блин готов с бананом и клубникой. Второй блин мы возьмем с греческим йогуртом. Киви. И мы возьмем несколько ягод малины. Один будет у нас сладкий, а второй будет немного кисленький. Малинку мы тоже разрежем пополам. И разложим аккуратненько в серединку. Блины можно приготовить на любой вкус для всей семьи. Вот, любит мама сладкие с ягодами, пожалуйста. Любит папа с мясом, пожалуйста. А ребенок, вот с чем дети любят блины?
Мне кажется, не задавался вопросом. Банан с шоколадом. Вот, с шоколадом. Лучшее сочетание для детей. Каждому по блинчику, и все останутся довольны. Помимо того, что наши блины должны быть вкусными, они должны быть еще и красивыми. Поэтому украшаем их веточкой мяты. Возьмем немного мяты. Вот так. Возьмем несколько ягод голубики. Это будет для вас. Вы как сказал, любите. Сказал, хочу с голубикой, вот тебе. Пожалуйста. Вот. И польем это немножечко медом. Последний штрих. Друзья, вот такая красота предстоящей масленицы у нас получилась сегодня. Блины с начинкой. Киви, банан, голубика, малина. Чего здесь только нет. Но самое главное, что все это выглядит очень вкусно и аппетитно. Итак, друзья, мы готовились сегодня к масленице, приготовили вкусные с пылу с жару блинчики с начинкой. В этом нам помогал традиционно уже наш друг Кирилл Русинов, шеф-повар фудкорта развлекательного центра «Море Молл». Кирилл, благодарю. Я желаю всем светлого праздника масленицы. Вот. Желаю вам, чтобы у вас эта весна была, наверное, самой теплой, самой яркой и самой вкусной. Ну а я, Владимир Корсунский, желаю всем вам приятного аппетита, хорошего настроения и напоминаю о том, что это была программа «Еда без труда», в рамках которой мы для вас готовим вкусные, быстрые и, самое главное, недорогие блюда. До встречи в официальных аккаунтах медиахолдинга «Вечерний Магадан».